Еще одно мое наблюдение. Я вот ношу вот эти часы. Весьма удобная вещь. Весьма удобная. Я и расплачиваюсь там. Принимаешь звонки, отвечаешь. И сейчас вот она считает шаги, калории. Все это хорошо. Но в последнее время я заметил, что в руке с этими часами стало неудобно. Вот какое-то, знаете, обременение появилось на руке. Поэтому я стал только носить их вот на прогулку. Еще там в течение дня куда там надо. Но не постоянно. Существует такой тест. Тест на то, что ослабляет или подпитывает мою систему в целом. Итак, делаем тест. Я руку держу, напрягаю. Ну, давай. Опа! Нет! Теперь я беру часы. Давай. Удивительно. Почувствовали, насколько, вот я сам почувствовал, насколько это ослабляет. Часы другие. Золотой этот. О! Е! Ага! То есть это золотишко не ослабляет. И телефон. Электроника. Ну-ка. Опустила. Подождите еще. И еще. Теперь я, допустим, хочу съесть сухарик. Сухарик на сколько? Держу. Теперь я хочу съесть лимончик. Ну. Лимон сильнее, да? И наконец-таки, давайте еще. Вот тут особый препарат. Живица с бобровой струей. Правда-то это, ну-ка. О, это укрепляет вообще, да? Ты почувствовала? Вот такие вот результаты. Электроника забирает наш энергетический потенциал сильнее всего. Есть повод для размышления. То есть вы вот так вот руку держите, а в эту руку берете, допустим, левую держите прямо, так напряглись, а в правую берете какой-нибудь предмет. И на эту руку надавливаете, и вот чувствуете, если этот предмет по каким-то там параметрам забирает у вас энергию, рука, знаете, так уп, сама опускается. И если же нет, то рука хорошо упирается, вы чувствуете силу. Так вот, использование вот этих вот электрических приборов, телефона особенно. То есть главное, чтобы электрика была. Резко уменьшает силу вот всей нашей системы. Организма, ауры и прочее. Вроде бы так она незаметна, но тем не менее, вот этот тест показывает это настолько явно, что дальше уже. Только уже, знаете, как это, физическая усталость и измотанность будут все это подтверждать. Поэтому держите все эти гаджеты электрические подальше от себя. Телефон в сумочке, а не в кармане. Часами пользуйтесь тоже. Тогда, когда надо там,
не постоянно. Вот это мое наблюдение. Я, конечно, сторонник электрических штучек, но вот такой вот неблагоприятный эффект был выявлен и достаточно наглядно показан вот этим вот тестом.